Привет всем! Подожди, я сумку принесу. А, да. Товарищи, у нас... Большой. Да. Большой. Две вот таких будет. Подождите, две будут. Ну чего? Поехали. Сага о клетчатой сумке 2. C'est parti. Это у нас пакетик со сгущенным молоком. Вот. Мама прислала сгущенного молока нам. Знаете, что это? C'est le lait concentré. C'est très bon pour... Toi, tu vas être responsable du paquet. D'accord? Tu le mets quelque part. Так, дальше, поехали. Слушай, кажется, там еще молоко есть. Oui, mais... Léna, si tu vas, tu arrêtes pas de crier, là, tu vas avoir rien du tout. Дальше. Слушай, что-то очень сильно похоже на молоко. Давайте посмотрим, что это такое. Это... Представляешь, если мама молоко отправила? Это зажарка. А зажарка, помните, я готовила, когда кушать, и зажаркой делала? Во! Это для того, чтобы я готовила. Дальше. Это зажарка от папы. Спасибо большое, папа, зажарка нам нужна. Много нам нужны зажарки. Так. Это мамина от Чумаковых. А, не, малина от Чумаковых. Кто такие Чумаковы, вы не знаете. А я знаю. Спасибо большое, Чумаковы. Чуть Люба, баба Тамара, спасибо большое вам за малину. Мы обязательно попьем чайку с малинкой. На. Арох, и сосыква. О-хо-хо-хо. Сосыква, пурмо. Это мне. Это мне. Это кастрюли, которые мне мама купила в наш новый дом. Это, наверное, единственное, чего нам не хватало. Это вот таких вот кастрюлек. Я не знаю, сколько здесь штук. Я открывать эту коробку тогда буду в следующий раз. Так. А это у нас что такое, дети? Не знаю. Мы тоже. А пирожные? Пирожные? С чего ты взял, что это пирожные в банке? Во-первых, все завернуто. Красивенькие полотенчики или халатик. Придется много вырезать, потому что они орут постоянно. Чего-то ждут. Не пойму. Так, давайте посмотрим, что это. Здесь спрятано что-то. А нет, это тебе, Леночка. Вставай. Халатик померяем тебе. Вставай. Вставай, вставай. О, самолет какой. Вставайте, халатик померяю. Вставай. Вытла дебу. Да. Давай, будем халатик сразу же мерить. О, тебе какой халатик после душа будет. Смотри. Ух ты! И даже с капюшоном есть. О, мама любит нам присылать всякие розовые штучки. В прошлый раз мне прислала пижаму розовую. А ну-ка посмотри на маму, да, хвостика берем. Ой, какая красивая девочка. О-ля-ля. Ну, ты можешь снять его, если хочешь. Потому что в детском халатике на самом деле... прячутся такие вещи. А! Нет, это маме, смотри. Во-первых, ну как вы понимаете, это же эти... На, пакетик. Это же те самые нужные очень полотенчики. А в нужных полотенчиках есть всегда нужные носки. А в нужных розовых носках всегда есть что? Бу-бум! Есть букет Молдавии! Та-да-да-да! Та-да-да-да! Та-та! Белый. Окей. Это носочек маме. Теперь мы возьмем еще один пакетик, в котором есть... На тебе, ты у нас ответственный за пакетик. В этом пакетике есть очень красивое, как вы видите, как это называется, полотенчика для кухни. Это дубль 2. В полотенчике для кухни есть красивый розовый носок. Это маме. И в красивом розовом носке есть еще одна замечательная бутылка. Поэтому придется приглашать двух подружек. Потому что это мы не осилим в одиночестве. На тебе пакетик. Так, а здесь у нас почти последнее. Вот здесь. Так, сумку мы... О, хочешь, на тебе сумку, туда пакетики складывай. Типа, эти милые пакетики. Да-да. Пахнет... Знаете, что? Пахнет салом. Вот честно говорю, пахнет салом.
На. Еще пакет. Чем пахнет? Понюхай. Полуса, самка. Они не знают, что такое сало. Ой, ну понюхай. Давай понюхать. Вот понюхайте. Пухтуаса самка. Сыр. Сыр. Он думает, что это сыр. И пухтуаса самка. Сам. Для фрамбуаза. А для нее малиной пахнет. Окей, для одного сыра, в другом малиной. Сейчас я им покажу, они никогда в жизни этого не видели. Смотрите, как французские дети отреагируют на сало. Это не фрамбуаз, сыква. Рыбки. Рыбки. Он думает, что это рыба. Это, а ты думаешь, что это? Нет, это... Знаете что? Сейчас вот как... Сейчас, когда мы закончим съемку, я специально отрежу им по кусочку и дам с хлебом, пусть попробуют. Это сало. Скажите, сало. 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 Я так думаю, что это тоже. Сейчас тебе дам пакетик. На. Это тоже сало. Вот это то же самое, смотри. Вот только напишите мне, как его теперь... Хранить в холодильнике или... Нет, это сало. А, это сало. Сосамбу? Он говорит, что пахнет очень хорошо. Он говорит, что пахнет очень хорошо. О-ло-ло. Вообще тяжелое. Вот это тяжелая вторая сумка. Так, двигайся. Тяжело? Тяжело. Двигайся. Двигайся. Вот так. Она немножко порвалась, эта сумка, я смотрю. О, она тоже порвалась. Вообще, у нее здесь замочка нету, смотри. Ну, тогда мы ее вот так откроем, смотри. А-ха-ха, живи, déjà quelque chose. Та-дам! А что это? Куколка Леночки. Давайте куколку посмотрим. Какая красивая куколка. А как ее зовут? Кто это? Надо имя придумать. И мама наложила здесь целую кучу всяческих... Марина. Хорошо, мы ее уже назвали Марина, эту куклу. И она сказала, что у нее такие же хвостики, как у Лены. А это здесь целая куча всяких резиночек для волос. Лен, смотри. Лен. C'est pour faire les couettes, Alina. Tu veux? Ça, c'est tout ça, c'est pour toi. Tiens. Hop, tiens. On peut changer les aussi. Voilà. Дальше, вот такой вот пакетик мы еще нашли. Ой, вот мне поговорите, не дадут. Здесь находятся фломастеры. На. Для Тео. Это мелочки, потому что если повернуть камеру в другую сторону, вы увидите, сколько там мелочков у них изрисовано. И это на сегодня вам еще задание изрисовать мелочки. Смотри. Это чтобы рисовать. Кры? Нет, это мел. А, мел. Мел. Так, вот тебе тоже фломастеры, на. Всем фломастеры. Здесь у нас красивые карандашики мама прислала. Так, давайте-ка я... Будем посмотреть. На, поделитесь, хорошо, кому нужны. Они, подождите, я бутылки спрячу вот сюда, вот так. Соски тоже уберем. Так, давай дальше посмотрим. Здесь у нас раскраска, которая не требует красок. Это знаешь что? Нет. Ленка обожает. Короче, это книжка раскраска без красок. Это тебе. Тялина. Ну, я увру. Она резиночками сразу занялась. Так, это щенячий патруль. То же самое без красок. Книжечка. А, смотри, вот это без красок, а это с красками. Понял? Это Леночки, ты разукрасишь ту, которая с краской. То же самое, раскраска, животные без красок. Вот она мне не даст, говорит, она мне под духом. Это гуси-лебеди, народная сказка. Я им, кстати, гуси-лебеди еще не читала. На, это тебе тоже, вот. А это, господи, как здесь пахнет салом.
Хорошо. Соломенный бычок. Эту я им читала, но она в маленьком формате у меня. Три медведя. Так, смотрите, как Машку изменили-то. Машка, которая в трех медведях была, вообще прям изменилась. На, голубоглазую тебе. А вот и кисточка. Иди воды принеси, сыну. Иди принеси, Антук, типа, дух. Тут мама кисточку положила. Ой, дал замболю кельки шост. А то ты у эльватера мене кельки шост, типа, бессины. А как? А здесь... Да здесь целая пачка просто этих мелков. Знаете что? Ого, смотри, смотри, какие мелки. Лен, Лен. C'est pour dessiner par terre. T'as vu ça? C'est énorme. Это просто какие-то нереальные мелки, нереальных размеров. О, заодно она меня освободит от... Обходи от dessiner, а то ты у меня пахти шерши лук. Ух ты. Йоп, дальше. Вот давайте вот этот пакетик возьмем. А что ты мне в пепельнице воды принес? Что с Александриеса? Ой, беги, Адлина. А с этой пай, вижу, это мой пакет пришел. Сейчас я покажу, как разукрашивать без красок. Подожди секундочку, давай вот сюда. Садись, бабушке сразу покажем, как мы рисуем. Смотри, Лен, надо водичку взять. Вот так помыкать водичку. Теперь смотри. На. И это мы можем трогать? Да? Нет, это ле кре. А, но я не знала. Почему я не знала? Нет, это не здесь. А, си. А, ну. Нет, это здесь. Ну ладно, пока она разукрашивает, я продолжу. Сейчас сумка свалится. Видишь, как разукрашивается? Да. Хорошо. Красиво рисует. Леночка, ты бы взяла это куда-нибудь туда пошла. Иначе мне не получается. О, мама семян выслала. Огурчиков. О, так подождите, она мне всего выслала. Тут такая контрабанда, девочки. Смотрите. Помимо того, что мама выслала мне семена, вы сейчас поймете, чего нам во Франции не хватает. Значит, кабачки, помидорчики, которые плетутся, огурчики и вот такие огурчики. А вот что мне было крайне необходимо. Это активированный уголь. Вы можете говорить все, что хотите, но во Франции он совершенно не такой. Мне порошок какой-то предлагали. Активированный уголь дома должен быть всегда. Это... Мукалтин. То же самое. Я не знаю, есть ли мукалтин во Франции или замена ему. А это мама посмотрела, что я страдаю болью в спине, и она мне прислала вот такие вот перцовые пластыри. Все. На ноги забыли. Так, ну а здесь кучка всякой одежды. Ленка, смотри, какие джинсы тебе. О, Лена, Лен, смотри, какие джинсы. Тавыса? Вау. Надо закончить нам съемку, пока солнце не село. Это юбочка Леночки. Вообще модно. Смотри, какая юбочка. Лен. Так, это платьечко Леночки. Прямо это такое, как это, испанское. А, хорошо, платье Тео. Это колготочки Леночки. Все, как всегда, посылочка Леночки. Ну, вы меня, извините, что у меня голова за кадром, но по-другому просто у меня не получилось. Это кофточка Леночки. С какой цифрой? С буквой S. Куча колготочек Леночки. Тапочки Леночки. На себе тапочки. Хочешь? Иди сейчас. Только ты руки туда не суй, пожалуйста. Это... Колготочки Леночки. Интересно, а есть что-нибудь мне? Это колготочки Леночки. Это. Не знаю. Я тоже не знаю, но мы сейчас посмотрим. Это пижамка Леночки. Наверное, Леночки. Что-то она такая большая, как будто Тео. Ну, Леночки, посмотрим. Это. О! Смотри, какая красивая кофточка. А ну встань. Ух ты! И мягкая какая. Так, это трусики.
Трусики? Трусики. Много трусиков для... А ты что? Ты у Еленочки. На, пошли. Иди сюда. Домино. Сейчас, подожди, я тебе сейчас покажу, потому что она закрыта. Мне нужен ножик. Принеси ножик. Да. А я пока вот это открою. Так, давайте мы куда-то эту одежду возле сала сложим, например. Дальше. Мама мне прислала мелиссу. Буду чаек пить. Я люблю очень чай, добавлять туда мелиссу. Здесь у меня еще мелисса. Буду пить чай с мелиссой еще. Ну и здесь немного помялся, конечно. Сейчас я выкину вот это. Оп. Немного помялась, конечно. Но я вот говорила уже и в прошлой посылке то же самое было. Я прошу у мамы вот эту чистую линию. Этот крем с абрикосовой косточкой. Я считаю, что это самый лучший скраб. Но не изобрели еще другой скраб, понимаете? Мама мне выслала целых две коробочки. И мне этого хватит до следующей посылки. Потому что скраб я делаю не часто. А это помада Леночки. На, Лен, тебе помада. Я все ей помогу, то... Все. Сейчас хочу уезжать. Все. Это помада Леночки. Ай, как пахнет Ленке помада. Только этот ножик, это для рыбы, сынок. Он не режет этот нож. Все кутое, марш по тебе. Домино. Домино? Коне домино? Домино, здесь правила игры в домино, и если мы хотим поиграть в домино, то мы пересыпаем вот так домино и находим на дне коробочки. Та-дам! Ба-ба-ба-бам! Все площади лежу и пухтыу и пухлина. Ну, а что ты показываешь? Ой, может, по всякой тебе дело. Мерси, бабушка. Мерси, бабушка. Это... Так как это свободные деньги, то на эти деньги и одному, и второму я куплю игрушки и одежду. Вот так. На 50 евро тебе игрушек, на 50 евро тебе. Так что вот так. Сейчас я тонко иду. Окей. Так, дальше. Что это? О! Знаешь, что это такое? Вот для детей, которые не слушаются, по лбу им бить. Это картошку чпакать. Причем еще надо это, картошку вот так делать, картошку пюре, а потом можно облизать картошку. На. Да на кухне потом. На, выкинь. Пакет. А это у нас огромный пакет с чем-то. На. Пахнет почему-то кофе нам. Да. Почему Аня? Может, это мне? Это Жульену. А это? Жульену. Это тоже Жульену майка. Моряк такой будет у меня, если влезет. Это жужуки. И носки тоже жужуки дадут. Ой, здесь? Вот этим. Вот этим и пахло. Это не кофе, это чем-то другим пахнет здесь. Это... Шоколадный тортик. Замечательный шоколадный тортик. Кто хочет попробовать? Буди. Хочешь попробовать? Да. Лен, только ты ее сверни, помадку. Сверни. Вкусно? Вкусно? Ну, кушай. Да. Поделись с Леной. Дай тоже попробовать. Буди? Буди. Шоколад, конечно, пахнет замечательно. Ну, этот торт, который шоколадный. А здесь у нас... Да. Я так знала, что сумка упадет. Ладно, мы ее пока тут оставим. Здесь у нас каши. Аптипе мама. Аптипе Лина. Каши. Каши какие хотите. Смесь из хлопьев. 7 злаков. Вот такая каша. 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 Скоро Ленку не видно будет из-за этого. И вот такая каша. И вот такая каша. На.
Ленку уже почти не видно. Вот так. Вот так. Леночка, ты так ее сломаешь. Не надо ее крутить сильно. Ты уже помазала губки и все. Много не надо. О! Помните, помните, я вам говорила, что у меня этого нет. Теперь у меня есть тазик. Теперь я буду ноги в тазике парить. И ни в какую Икею мне ехать не надо и там искать. А в тазике не просто... Не просто. В тазике есть чего-то тут. Сейчас мы посмотрим, чего это. В этом... Аджика домашняя. Папа подписал, потому что мы решили... Ну, сейчас, подожди, я вытащу. Мы решили Жужуке дать все попробовать. Ну, это тоже выбрасывай. О, хрен! Хрен, вот и надо, пусть он попробует этот хрен, а то он думает, что это не кадо. Фигня. Это куча всего. Значит, посмотрим. Это горчица. Это кетчуп чили. Я так понимаю, что все очень острое. Специально, чтобы Жужука попробовала. А это горчица русская, жгучая. Нам. В этом пакете, в этом тазике, точнее быть, был... На, тазик тоже куда-то сложи. На, тазик. Что это, сыночек? Вот это что? Не знаю. Тазик! Не знаю, такой. Но он никогда тазик не ел. Здесь, наверное, закат. Закат. Закат? Да, закат. Закатки. На. Здесь у нас. Полотенчика для кухни, как всегда. Очень нужная вещь. Полотенчики для кухни. Газетка на досуге почитаю. На. И здесь... Что это? И главное, не подписано. Это что? Это что-то с сахаром, кажется. Какое-то варенье из цветов, что ли. Дальше. Так и просидела в халате всю съемку. Так. Мама и папа, напишите мне срочно, что это такое, я только что открыла. Потому что я боюсь, ее на хлеб намажу, а это что-нибудь острое, например. Это, я так понимаю, тоже зажарка. Одно из маминых... консерв подвальных, или, скорее всего, папиных, потому что в этом году папа больше всего делал. На. Вот это. Вот это у нас столик получился. Так. Это у нас... А это вот как раз кабачковая икра из синих баклажанов. Это я обожаю. Я могу килограмм этого съесть за раз просто. Так, еще у меня тут осталось... Ну не могла мама не положить мне яблочко. Ну не могла. Яблочко важно. Надо положить яблочко. Это семечки. Это... Не знаю. Это... Не, подождите. Это мое имя, фамилия. И написано Канны Мужон. Так, Канны или Мужон? Потому что это не Мужон, а Мужан. И у меня еще здесь есть консервочка из шпрота. А что ты хочешь? Яблочки. Вот смотрите, целая куча яблочек. Мама накидала много-много яблочек. Вот видишь, Леночка, вот нет долгой. А ты сейчас упадешь вместе с этим богатством. Так, я сейчас вот эти сумки сюда положу. Что такое? Так будет проще. Так. Ой. Подожди. Так. Ничего себе у нас здесь посылочек, товарищи. Так. Вот, на, вот сумку отсюда убирай, да, она все равно порвалась. На, убери ее туда в стороночку. Так, здесь семечки. Сейчас поклюю. Паштет из говяжьей печени. И шпроты в масле. Ну, у нас этот пир на весь мир, так сказать. Это здесь... А, сделать хвостики просим. Давай, я сделаю хвостики, а потом продолжим. Так, желтые хотела, да ты?
Так. Потом раз. Тебе не надо, сыночек, ты не девочка. Будь. Нет, сынок, это не смешно вообще. Так. Так. Покажи бабушке, какая ты красивая теперь. Вот какая красивая девочка тут сидит. О, дай поцелую. Дай поцелую. Поцелую сначала. Так, ну здесь... Но, c'est pas l'envers. C'est les fleurs. Так, у меня еще здесь осталось, значит, сгущенка, молоко и риска, и сгущенка обычная. На. На пакетик. А. Б. А здесь какая-то одежда вроде. На. Здесь еще одна майка, кажется. А, тебе такую же майку. Смотри, мама купила, сынуль. Тебе будет такая же маечка. Как бы... Ой, будешь как папа. На. На тебе трусики еще. Это тебе. Смотри, у папы будет такая маечка и у тебя. Солнце садится, надо успеть. Это, я так понимаю, носочки хлопковые. Это мне. Это тоже мне. И вот на пакетик. У тебя рот грязный. Кофточка красная. Следующие свои видео буду снимать в красной кофточке. И в розовой еще буду снимать кофточки. Вот в такой. Блестящий, главное. У нас что-то кадр половина в тени, половина на свету. Так, осталось последнее у нас. Это орехи. Много-много орехов. Вот здесь орехов на 100 евро. Кто хочет попробовать орешек? Вы же такое любите. На, тебе кусочек. Тебе кусочек. И мне два кусочка. Ты уронил. А пакет мамин из госпиталя или медицинского центра. То есть ты хочешь сказать, что ты сдавала кал на анализ и положила потом туда орехи. Дальше. Это последний пакет. Потом ничего больше нет. Привет, папа. Приглашаем тебя к нам за стол, если хочешь. Тут что-то написано. Презент от Лены Николашиной. Лена, это которая никнейм Лена. Ник Лен. Точно, Николашина Лена. Все, я поняла. Она передала через моих родителей. Это сливы сушеные в шоколаде. Ты что, ты пришел и кашляешь мне сзади за кадром? Ты кашлять сюда пришел или что? Все ты кашляет мне за кадром. Вот сливы сушеные едятся для того, чтобы легче в туалет ходить. А шоколад естся для того, чтобы настроение было хорошее. Спасибо тебе большое, моя любимая зрительница, за такой вот подарок. Когда я их съем, я объясню, чем это все закончилось. Сухое молоко. Заодно выучите слово на молдавском. Сухое молоко на молдавском. Лапте. Как лапте, только лапте. Не шатай стол. А, у нас еще осталось здесь мармелад. Это мне. Сделай мне фотку для Инстаграма. Инстаграм! Инстаграм! Он вообще ничего не понял. Стоит сзади, не вырубается, что происходит. Монтикер, туса, ты знаешь, я ле петит трюк ici. C'est pour toi, c'est pour goûter. Я говорю мужу, который стоит за кадром, что это тебе отправили. Должен все попробовать. Гуцульский, высокогорный, фито-чай. Ого, смотрите, какой рис. Рис? Ого, бирмати рис. Смотрите, какой рис прикольный, он разноцветный. Вау. Что ты делаешь там? Так, это шоколад. Ну вот шоколад, он немного, конечно, помялся и разбился.
чай из Мелиссы и боярышника. Много конфет. А, подожди. Это я съем. А это мне я. Это же сокровища. Помните такие шоколадки, когда мы маленькие были, когда они только появились? Мне кажется, они были самые вкусные шоколадочки на свете. Вот эти. Не шоколад. Это шоколад. Нет. Ну, как хочешь, тогда нет. И здесь еще конфетки. Фрутелла. О, семечек маловато будет. Маловато будет. Ну что? Все, мы с вами. Да. Потому что из-за горы вот это и никого не видно. Ленку не видно, но она здесь. Слушай, что-то я знаешь, на кого похожа? Ну, это на бабку, знаешь, которая на рынке продает хоть что-нибудь. Вот что есть у нее, то и продает. Орешки берите хорошие, орешки берите. Яблочко, женщина, берите яблочки хорошие. Только вот недавно с огорода. В том году урожая не было, в этом году хороший урожай. Вот семечки могу предложить. Маечку хорошую берите, трикотажная. Вот ее одеваешь прям. Знаете, я бы могла быть продавцом. Ну, а если серьезно? Это шоколад. На, тебе тоже. А если серьезно, огромное спасибо мама и папа за такую замечательную посылку. Мне теперь еще на час уборки вот этого всего. Так, девочки-подружки, приезжайте в гости, потому что теперь есть что поделить там с вами. Я же должна была дать детям сало попробовать. Было такое? Было. Сейчас иду за хлебом. Пробуем сейчас дать им сало. Садись. Урегу ты? Сейчас им порежу. Сейчас французские дети пробуют сало. Та-да-да. Садись, Лена. Пусть она тоже сядет. Так, я, насколько помню, первый кусочек. Иди, садись. Первый отрезается вот так, чтобы соль убралась. Так, соль убрали. Подожди, я маленький кусочек сделаю, чтобы вы попробовали. Так, дети, только надо в холодильник, наверное, положить, потому что когда оно как бы тепленькое, мне кажется, они не будут его есть таким. На. Обязательно открой. Подожди. На, пробуй ты. Это тебе. Сейчас я тебе покажу, как это. Смотри, вы держите его, пока не ешьте. Ну, малыш, папа у нас там. На как? Живем он трекому. О, ле малыш. Надо вот так с хлебом. И именно с хлебом надо есть. Понял? Вкусный. Ты был? Вкусно? Я же говорю, какие французы нафиг? Русско-украинская кровь течет в вас. Покажи маме сало. Где сало? Вот это. Вкусно? Поцелуй сначала. Надо еще жижу кидать, попробовать сало. Он ест его вовсю. Вот смотри, сидит. Лопает вовсю. На. Ну что, мужик, что скажешь? Сало любишь? Да. Сало надо? Да. Сало надо? Да. И maintenant, tous les trois, on dit merci baba, merci деда. D'accord? Merci деда, merci baba. Un, deux, trois. Merci, baba. Merci, деда. А теперь на русском. Он va dire. Спасибо, баба. Спасибо, дед. Окей? Un, deux. Абат. Он сало кушает. Он даже говорить не может, бедненький. Давай. Три, четыре. Спасибо, баба. Спасибо, деда. А ты что, ничего не говоришь? Будет сало. А еще за вот это, смотри, ну это я съем. Будет я еще сало. Буду еще сало. Еще надо сказать спасибо, Лена.
Спасибо, Лена. Вот так. Ну что, спасибо большое за посылку. Теперь буду объедаться вот этим салом. Смотрю, детям понравилось. Надо еще хлеб принести, Таша. Без хлеба, сало без хлеба, это как водка без пива, знаете. На. Слушайте, а вот надо было мне все-таки это в прямом эфире устроить, потому что в прямом эфире есть сало. Мне кажется, я буду первой видеоблогер из Франции, который ест сало в прямом эфире. Ладно, спасибо большое. Большое. Вот каждый раз, когда я хочу сказать спасибо большое, я говорю спасибо большое. Как скажу, так и будет. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Угощайтесь. Приятного всем аппетита. И встретимся с вами в новом каком-нибудь влоге. А я пошла разгребать все это счастье. Короче, уже закончила со всеми, попрощалась. Открыла вот эту большую коробку, которая с кастрюлями. А там оказалось... Знаете что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пакетов с семечками. Вот было в этой коробке с кастрюлечками, которые я тут же решила открыть. А там куча семечек. И кажется, еще что-то есть. Ой, какой красивый ночничок для деток. Тут еще и ночничок есть для деток. И кажется... Два. А нет, это не ночничок. Это мне мама прислала крем. Какой это крем? Какой? Я вам потом скажу, потому что вначале надо разобраться с кастрюлечками. А в кастрюлечках еще есть печенье, которое дети мои обожают. Это печенье, как их называют? Грибочки. Так, вроде ничего больше нет. Есть. Ай! Помимо кастрюль здесь еще есть душица. Еще один пакет семечек и еще один пакет с душицей. По-честно, я не знаю, когда я разберусь со всем этим. А это что? Я думала, это какая-то штука, чтобы... Вот это вкусняшка. О-ля-ля. Какие-то, не знаю, печеньки, но... Ну, теперь я точно с вами прощаюсь.